Меня зовут Широзя Дмитрий. Я с первого курса направления «История и английский язык». Отвечая на ваш вопрос, кого я считаю своим главным учителем, я хочу сказать, что такого человека нет. Каждый человек, который находится в моем окружении, мои друзья, родители, да и просто знакомые и прохожие, от каждого я набираюсь чему-то полезному, что-то новое получаю для себя, что я могу применить в жизни. Поэтому учусь я, так сказать, у мира сего.